Отчетная выставка Севастопольского отделения Союза художников России. Это без малого 40 работ. Живопись, графика, плакат. Все эти произведения летом побывали в Ростове-на-Дону. Экспозиция «Юг России» в 12-й раз объединила плоды творчества лучших авторов Южного федерального округа. Севастопольцы приняли участие в масштабном выставочном проекте впервые. Приняло 20 человек. Порядком это было около 40 работ. Вот, были отмечены наши художники, потому что перед открытием выставки, обход выставки была проведена определенная комиссия, которая обсуждала каждую работу. В этой комиссии были ведущие искусствоведы России, председатель ВТО Союза художников России Андрей Николаевич Ковальчук. Особые искусствоведы отметили авторский стиль и мастерство Владимира Болотного, Всеволода Сухоруких, Алексея Петрухина, Яны Чиж. Севастопольским художникам предложили сотрудничество в ряде общероссийских проектов и выставок. Однако здесь, на родине, делиться творческими успехами со зрителем и коллегами по цеху авторам по-прежнему непросто. Обещанного нового просторного зала они ждут уже больше, чем 3 года, как в известной поговорке. Не только не хватает выставочных залов и галерей, сегодня стоит, в общем-то, вопрос о мастерских художниках, которые мы можем потерять после вхождения и воссоединения с Россией. Это уже прошло больше четырех лет, почти пять. Мы говорим о том, что наше имущество, ранее учтенное, созданное до 90-х годов, должно быть сохранено на базе художественных мастерских. Можно делать блестящие проекты. И идей очень много. И нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы наше правительство, исполнительные власти и вообще те люди, от которых это зависит, как-то повнимательнее относились к общественным организациям. Чиновники от культуры, в свою очередь, обещают, поддержку севастопольским художникам оказывать будут. Мы максимально сотрудничаем с творческими объединениями, предоставляем площадки на безвозмездной основе, стараемся, чтобы как можно большее количество севастопольцев, жителей нашего любимого города, увидело эти работы и приобщилось к искусству. Сейчас разрабатывается достаточно интересный ряд проектов строительства серьезных учреждений культуры, и в которых будут предусмотрены выставочные площади достаточного объема и формата, чтобы мы смогли уместить все работы, которые есть у нас. А пока экспозицию местного отделения Союза художников «Юг России» можно увидеть в Севастопольском центре культуры и искусства. Она будет открыта еще в течение месяца. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.